Я думаю, я сейчас позицию поменяю. Выйду к железке. У меня там с тобой проблемки будут Чё он бегать. пиздит? Да не слышал я. Может, думал, что где-то рядом, понимаю, и волнует. Прицел слишком сильно шатается. Ты не держи правую кнопку долго, а то он тебя... Я его вообще не держу. На чем он тебя считается? Ты нажимай, тогда ты целишься. Он вообще считай, не считается. 5, 300 метров. 300 метров. Он говорит, что он меня видит, прикинь. Он говорит, что видит меня. Он русский. Ты Ты чё, что, русский? блин, ничего? Или Прости просто... его. Да, Чё-нибудь. русский, русский. Там пиделей не хочешь? Он русский. Ты так узнал или что? Может, он умереть хочет. Чего? Я могу куда идти сейчас? Никогда. Нет, ты чё-то сказал. Пусть на крышу заберётся, руками поможет. Чё-то пиздит, не понимаю. Не слышу. Он в дверях стоит там или под лестницей, да? Выходи на дорогу. А что ты будешь делать снял. Тогда? Я выйду, ну ты что ты видишь, будешь делать? Да? Дайте поговорить. Что, ладно, пиди. Убьешь? Он короче, со вторым выходом. Он стоит в левом окне второго этажа. Стоит там. В левом окне. Не, не надо убивать, давай попиздим. Не вижу там нихуя. Блять, я по-дружески. Я не понимаю, он это или не он. Я могу сейчас ёбнуть, проверить, что. Я тебя плохо слышу. Это он. Он задергался. Ну чё, дружище, может ты выйдешь? Рядом. Я? О, башка торчит. А то еще убьют тебя сейчас. Ну я как вижу. Кто? Узнаешь кто? Ты не один, да? Ах ты крыса, ебаный. Почему крыса? Ты а же сказал, ты хочешь меня убить. Блядь, 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 блядь. Если так не шатанцы прицел. Ты же сам сказал, что ты хочешь меня убить. Это был я предупредительный прям... выстрел. Да. О, у него МП-5, у него МП-5 или рак? Он отвечает. Стреляет по мне, правда, но я стою за забором. Я прямо ему в комнату валю. Он с моей стороны, вот, сейчас на твою сторону переходит. На ту. Блять, не знаю, попасть должен. Смотри, как бы нас много. Он очень, знаете, он, у него голос всё, вроде как не школьника, но он злится, матерится и ругается. Нам с таким разговаривать не о чем. Кость, зомби тебе. Ну что, давай, формуйся. Блять, ко мне скоро... А, не, в ментовку к нему забежала. Он в ментовке на втором этаже, но в правом окне только что был. Я знаю, сейчас к нему зомби поднимется. Блять, ко мне зомби поднялся. Пиздец, русский, да еще выебистый такой. Я ему еще комнату, не знаю, завинчу. Да, на перезарядку. Тут, хожу. Тут, но слышу тебя плохо. Так лучше, да. А так. Так лучше. Так лучше. Но все равно плохо, ну, потому что ты далеко. Сиди. Если ебануть, могут легко. А теперь смотри ты. Он говорит, заходи, типа. Не, я, слушай, я могу на школу сейчас перейти, я его со школы ёбну. Делай. А надо ли его ебашить вообще? Да, а что делать, больше некого. А, нет, стоп, вижу, вижу, вижу его. Слушай, а ты один играешь? Да, один. А что, ты не в клане даже, ни в каком? Нет. Так это же грустно так, печально одному играть без клана. Конечно. И убивайте, я пижу с ним о клане. Он, блядь, на треть.
Где, смотри, там возле двери. На крыше вроде был сейчас. Да. Ты куда-то отошел, а понял, хуже тебя слышать стал. А, ну все, мы пока его не убиваем. Все, кстати, так иди. Но ножку можете ему прострелить. Можем? Я его припугну. Я думаю, если ты пристрелишь, так он ей попадет, блядь. Я зомби убил. Вижу. На втором слева, на втором слева. Да. Еще один патрон ему. Так ты например, хочешь, чтобы я к тебе в гости зашел? Что-что? Да, бы ко мне не пришли. Заходи, девочка. Какого шума? Как ты меня назвал? Вижу. Он говорит, заходи. Ну что, искну, я зайду, я же все равно почти пустой. Зайди, я припугну. Хорошо, я зайду. Даже лучше пусть он выходит. Но скажи, зачем? Да. А, это что за вата? Я думаю, попал. Пообщаться? Так, я меняю позицию, короче, на школу. Пообщаться хочешь? Я его со школы точно не знаю. А стрелять не будешь? Так, мне надо отойти минут на 10. Погоди, что ты сказал? Ну, отходи, ладно, Миш. Не будешь стрелять? Он опять наверху. Сейчас, я займу позицию, сейчас. Будешь, нет? Я опять минут. Блядь. Не стреляйте в него. Ну, я все равно позицию займу. Позицию займи. Мне кажется, я в него попал. Ты сейчас не попали, нет? Нет, ты уже ванку ничего не надо. Это патрон заебался. На втором этаже. Но он так резко вниз побежал. Очко я зайду, если ты не будешь стрелять, я просто не слышу, что ты отвечаешь. Так, все, я ушел. Давай. А что, у вас там хороший разговор? Ведь? О, блядь, не очень. Спорь. Жаль, нет гранаты, я бы ему кинул гранату. Ну так что, я говорю, я могу зайти, если ты не будешь стрелять, я просто не слышал твой ответ. Не могу разобрать, как бы, твой ответ. А, блядь, там надо ползать. Он больше не отвечает. Может, он упал? Или с изнанку? Да не, тут не может быть. Хотя может, в принципе. Может, он побежал этажом ниже и упал там?